я бы не ошибалась, но пока буду вести себя прилично. Я пока спокойно предупреждаю. Сразу говорю, у меня здесь не военные действия, война не проходит. Политические каналы – это вам другое место. Мы тут отвлекаемся. Сейчас. Прямой эфир. Спасибо большое. В ТикТоке под шапкой профиля у меня ссылка на YouTube канал. Там прямой эфир. Трансляции сохраняются, и вы сюда увидите. Пожалуйста. Вот вы говорите парни, ну парни, ну это же девочки больше любят музыку слушать. Я у меня помню, замужем было 19 лет, мой муж никогда не хотел стоять слушать музыкантов. Также с парнем встречаюсь, никогда не хочет, не хотел прийти послушать музыкантов. Я всегда сама приезжаю. Какие парни, мужики делами заняты. Не задавайте больше такой глупый вопрос. Потемкинская лестница.